Возможно, эта сука нас сейчас напугает. Блять, эти меня не напугают. Блять! Мне это начинает нравиться. Всем привет, друзья, с вами Болторез. И сегодня нас ждет зло. Приходящее зло или как-то так. В общем, Incoming Evil. Эта игра вышла в октябре 2019 года, она находилась у меня в желаемых, но по какой-то причине я в нее не играл. Не помню почему, возможно, что-то мне не понравилось внешне по скринам. Я, если честно, не помню, но точно помню, что она была в желаемых. Итак, в феврале, ребята, вышло крупное обновление. Не знаю, что там изменили, что там появилось. В общем, смотрим. Офицер, вам нравится... Чё-то, блядь, трое человек пропали, без вести, детектив. Сори, но я не знаю, но что-то я там вышел. Я уволился долгое время назад. Я не могу ничем вам помочь. Ну, блядь, в общем, ладно. Скорее всего, детектива куда-то отправляют. Что такое, бегин? Давайте уже начнем, в конце концов. Да, пожелали удачи детективу, и, наверное, мы сейчас, ребята, отправимся искать этих самых пропавших трех людей, потому что диалог был 2 дня назад. Угу, загрузка пошла. А то я уж думал, все, игра пиздой накрылась. Так, контролцы наши. ВСД двигаемся, левый шифт бежать, F-фонарик. Так, здесь что за... Что за лайтеры какие-то, 4. Инвентарь, таб. Ага, я думаю, мы сейчас разберемся. Так, на левую кнопку я подбираю. Ага, 4 это зажигалка, окей. F это фонарик. Что у нас по сеттингам? Ага, понял. Продолжаем играть. Ебать, а что с дождем в этой игре? Я первый раз такой дождь вижу. Хорошо, продолжаем путь. А, все, ребята, я вспомнил. Да. Я вспомнил эту игру. Я ее записывал, но она так и не увидела свет, потому что там был полный пиздец. На тот момент. Все, я вспомнил, да-да-да, я в нее играл. Ну как играл, ребят? Я просто там охуевал от того, как это было все криво-косо сделано. И, собственно, поэтому игра и не вышла. Да, я помню вот эту пристройку, и как-то я в нее попадал. Я где-то искал лестницу, да-да-да. А потом... Вот она, лестница. Мы, да, вот здесь вот забираемся. Когда я уже попал в сам особняк. Ну, там просто пиздец был полный. Кто-нибудь спасите, помогите. Мне нужна помощь. Чё такое? Господи, блядь. Что это за ужас? О, а можно мне? Шотган. Я думаю, что-то там... А, кто-то здесь покончил жизнь самоубийством. Может быть, вот эта вот хуйня, которая тут у нас выскочила. Она хотела, наверное, нас напугать, но что-то как-то не особо получилось. Фото добавлено в инвентарь. Хорошо, давайте посмотрим, что за фото. Ага, какая-то пентаграмма, блядь, нарисована. Что-то на лестнице, на ступеньках, что ли. Ага, и цифры. 2-1. Допустим, это значит у нас заправка для зажигалочки и имеется батарейка. Какой-то дневник, хорошо. Вот это что за запись? Бумага. Так, читать. Когда мой план... Что, пришел правда? Я отправил... А, я продал этот дом и движение... В другой город. В общем, я продал дом и переехал отсюда нахер. Я... Will not remember. Я не буду помнить. Вечно. Луиза. Ага.
Ну, насколько я понял из записки, Луиза продала этот дом и свалила отсюда. Но тут же стоит шотган, из которого кто-то себя застрелил. Возможно, это самая Луиза. Нет, слушайте, ну выглядит это намного лучше. Прям действительно очень сочное обновление вышло, потому что я помню, насколько эта игра была темная. Вообще нихера не было видно. А здесь кто-то есть? Ага. Потому что у нас, да, ворота-то открылись. Так, что-то какая-то запись. А как прочитать-то, блядь? На что... А, мне нужно исследовать дом, хорошо. Вот я еще что вспомнил, ребят. У нас не было фонарика. В прошлый раз, когда вообще эта игра вышла, у нас не было фонарика. У нас из освещения было только зажигалка. Да, и здесь не было света. Я помню, сколько бегал здесь, мозги ебал. В общем, это была полная дичь. Хорошо, теперь все это, я так понимаю, играется, проходится. Возможно, нам даже будет страшно. Давайте посмотрим. Эта дверь закрыта. А вот и лестницы, и ступеньки эти самые, да? Ну да, вот эти ступеньки. Может, я не знаю, мне как-то надо использовать фотографию. А я могу, допустим, да, на 4 взять и зажечь свечи? Нет, хорошо. Тогда нахуя мне зажигалка? Пенсель. Это, наверное, ручка, да? А, книга. Хорошо. Наверное, в какой-то момент... Ну, хотя, если выключится свет, в чем проблема достать фонарик, правильно? Угу. Тем более, у нас есть запасная батарея. Так, хорошо. У нас задание исследовать дом. Упачки. А это у нас ключик какой-то. Ключ добавлен в инвентарь. Блять! Хорошо. Хорошо, сука. Пугать меня вздумала, да? Давайте хряпнем немножко винишка, надо успокоиться. Что у нас по телеку показывают? Нихера, да? Ага, это выключатель. Тихо-тихо-тихо. Ты так, блядь, не балуйся. Подождите, а как мне... Вот эти двери закрыты, но мне их нужно как-то открывать с помощью ключа, да? Как мне это сделать? Нажмите правой кнопкой, чтобы... Door to unlock. Ну, блядь, нажимаю. Никого не происходит. Наверное, это ключ не от этой двери. А вот сюда зашла женщина. Ага. А вот этот ключик отсюда, ну-ка. Сука, где-то там. Какая-то записка лежит. Она нигде тут не вылезет. Я не хочу видеть эти лица больше. Что-то там Эвен Стоун. Стоун это вроде камень. Камень выглядит лучше, чем они. Мне нужно найти путь, чтобы выбраться отсюда и никогда, что-то, блядь, не возвращаться. Какая-то Лаура. Очень странно. Какая-то... Опачки, а это у нас тут что? Фото добавлено в инвентарь. И опять 2-1. А здесь 8-3.
Подождите, это какой-то пароль. Это пароль. То есть там, где было 2 и 1, первая римская цифра, то есть, наверное, первая цифра должна быть 2, а третья цифра должна быть 8. Скорее всего, мы, наверное, найдем какой-то сундук, я не знаю, сейф. Блять! Да что ты, сука, такая хуйня-то скримерная? Ага, открылась дверь. Ебать, а чё они такие вообще какие-то непредсказуемые-то? Мне это начинает нравиться. У нас еще второй этаж не исследованный. Чтобы вы понимали, ребят, когда я играл в эту игрушку ранее, я на первом этаже 30 минут пробегал и нихуя не нашел. Вот настолько она была убого сделана. А сейчас смотрите, блядь, тут двери открываются и движня какой-то. Ага, вижу ключ. Здорово, он даже подсвечивается красным. Так, тут что-то валяется, ага. Есть утюг. Железный утюг. Возможно, кого-то пытали. Фотокамера добавлена. Угу. Шейк фото чего? Шейк? Шейк это что, трясти, ребят? Ага, да. Получается, нам нужно будет, наверное, где-то что-то фотографировать. Я не знаю. Каких-нибудь духов искать. Каких-нибудь привидений. Так, фотокамера, ага, это бумага для фотоаппарата. Понял. Хорошо, выходим. У нас есть еще один ключ и осталась вот эта вот дверь. Неоткрытая. Нет, ключ сюда не подходит. Так, а там света нет почему-то. Ах ты, сука. Нет, есть. А здесь же был свет, его кто выключил-то? Я просил. Где здесь выключатель? О, нахуй с ним. Попробуем сейчас в подвал спуститься. Нет, этот ключ тоже здесь не подходит. Что такое? Что за стук? О, так, неплохо. А, это стук от наших шагов, ёб твою мать. Дверь закрыта, а если с ключом? Нет. Ну, получается, нам сюда. Больше вариантов нет. Да, вот сюда должен ключ подойти, ага. Тихо-тихо-тихо. Спальня. Так, проверяем. Наверху там никого нет. Под кроватью. Есть кто-нибудь? О, картина. Слушайте, а я, может быть, могу каждую так картину крутить? Зачем ее надо было крутить, если там ничего нет? Ящики я могу открывать? Да, слушайте. Еще одна фотка. Давайте посмотрим. Шкура медведя, которая здесь и находится, да? Так, шкура медведя, которая находится в этой комнате. Ну да. Мне нужно проверить ее. Ага, мне нужно проверить шкуру медведя. Здесь, наверное... Ну? Что, ебать, с ней происходит? Шкура медведя... Все понял. Что она как-то по-ублюдски двигалась. Мне нужно открыть дверь с помощью этого ключа. Ну, блядь, охуенный, конечно, совет. Я и так уже понял, что ключи открывают двери. Ага. Но это я уже тебя ждал. Это уже было не страшно. Этим меня не напугать. Хорошо, теперь мы попадаем в соседнюю комнату. Что здесь? Это, наверное, какая-то детская, я не знаю. Но с другой стороны, если это детская, где игрушки? Бедные дети. Кассета. Ага, на первом этаже, я помню, да, там был видак. Сейчас мы это все посмотрим. Записуля.
Nova Days, я не знаю, что это он может, новый день. Она смотрела, что-то там была смущена, наверное. Я не мог взять мои вопросы по поводу нее. Что-то пошло не так в этом доме, я уверен. Я взял что-то, наверное, там отгул на работе и увидел, что случилось в этом доме. Сообщает нам Фред. Ну ебать, ты бы мог вообще нам рассказать-то? Чем мы тут гадать должны? Очки. Книга. Венчишка. Ну, читать под вино — это замечательно. Очень странно. Нам дали камеру. Зачем нам ее дали? Мне нужно что-то фотать. Я не знаю, может быть... Давайте попробуем сфотать зеркало. Ничего не происходит. Мне, скорее всего, нужно что-то фотать. Но я не понимаю, что. А если я сфотаю, допустим, вот эту картину? Или эту кровать? Нужно подождать несколько секунд. Жду. Пиздец. Просто пиздец. Здесь хранятся только те фотки, которые мы нашли. То есть то, что мы фотоем, это, конечно, да. Но в таком случае нам нужно спуститься. Не знаю, здесь какой-нибудь чер... Так, ребята, а здесь есть чердак. Лестница. А нам, наверное, нужна, ребята, лестница. И я ее видел. Так, сейчас все сделаем. У нас заканчивается заряд на фонарике. Но у нас была запасная батарейка. Вот, вот эта лестница. Так, а почему я ее не могу взять? Хм. Очень странно. Очень странно. Может, я не знаю, вот эту нам надо оторвать? Да куда ты, господи, полез, блядь? Брось, брось эту затею. Сладить. Давайте мы сейчас заправим фонарик. Так, use, левая кнопка. Ага, добавленного флеша. Все хорошо. Идеально светит. Подождите, а я сейчас что-то не понимаю. Что нам надо сделать? Может быть, вокруг дома стоит погулять? Посмотреть, что здесь вообще есть. Ага, дальше-то я вообще пройти не могу. Здорово. Может быть... А, господи! Конечно, что я туплю? Мы же нашли кассету. Гайд, что... Ага. Включить телевизор, правый клик. Вставляем. Клик, чтобы воспроизвести. Ну, как бы я бы и сам разобрался, господи, что... Ну что, ребята, посмотрим киношку. Я что-то не то сделал. Плей. Во. Другое дело. Правая мышка на телевизоре, чтобы смотреть фуллскрин. Ага, хорошо, смотрим. Ну вот опять эта женщина какая-то исполосованная, с порванным ртом. Она стоит над трупом. Я не знаю, может, пытается его воскресить или хочет съесть. Судя по помещению, она находится где-то в подвале. Но у нас подвал закрыт. Да. Он закрыт. Подождите, а что у нас есть еще? У нас есть еще одна батарейка. Хер знает, откуда она взялась.
она у нас, блядь, бесконечно, что ли, передает каким-то образом заряд фонарика, который пополняется. Да, интересно, конечно, сделано. Может быть, мне нужно сфотать еще раз вот эти вот фотографии. Давайте попробуем. Я просто хуй его знает, что от нас хотят. Вот, допустим, вот эту лестницу, да, мы сфотографируем. Что-то вообще изменится? Я просто не понимаю, нахуя нам вообще нужен этот фотоаппарат. Это не я посмотрел, это игра сама. Чё там, Diary Update, чек. Мне нужна ли... Ёб твою мать, а раньше-то почему нельзя было, когда я ходил за лестницей? Я до этого додумался еще 5 минут назад. А то и сейчас, получается, мы можем ее взять. Да. О, блядь, пиздец. Ну хорошо, самое главное, что пошло уже какое-то развитие. Сейчас мы залезем на чердак. У нас получается, что, чердак остался и подвал. То есть финальная наша сцена будет в подвале. Ох, ебать. Классно, да, ребят? Сквозь лестницу проходить. Так, и что? Здесь есть еще один телевизор. Там есть какая-то комната. Какие-то статуи, фигуры. Хорошо, это надо сейчас все внимательно изучить. Еще какая-то записуля. Этот убогий парень. Эту записку написал Фред. Это я могу вам сказать точно. Ладно, хуй с ним. Слишком много непонятных слов и букв. Здесь я не могу пройти. Наверное, там ничего и нет. Вот эти полосы меня немножко напрягают. Давайте мы их сфотаем. Нужно... ставить фотобумагу. Хорошо. Так, добавили. Окей, теперь берем фотографию. Блять! Сука! Да, она здесь стояла. И появилось фото. Еще одно фото добавлено. Так, ребят, у меня сейчас мурашечки побежали. И я не шуткую. Пресс L... А, вот, да-да-да-да-да. Да, и вот сюда мы должны, значит, вставлять, вбивать все эти цифры. Подожди, блядь, господи. L exit. А почему на L? Почему не на E? А, потому что на E на Q мы вот так выглядываем. Зачем, не понимаю, к чему это управление. Хорошо, давайте мы сначала фонарик отключим, чтобы не тратить. И разберемся, значит, с цифрами. Так, это 9 или 6? Но это вроде как больше похоже на 6. Хотя и девятка тоже неплохая получается. Первая цифра должна быть 2. Третья цифра должна быть 8. А еще есть 5 и 6 или 9. Ну, допустим, 6. Окей, значит, есть 5, 6, 2, 8. Подождите. Я нахуй сейчас тут запутаюсь. Пробуем. Так, вверх, ага, это мы здесь меняем. Хорошо. 2 сначала должно быть. Потом здесь будет цифра 8. Здесь попробуем поставить 5. И последняя цифра у нас будет 6. Так, интер, да? Ребята, с первого раза. Охуеть. Женщина! Хватит здесь сатану вызывать. Ну, я думаю, вы все догадались, откуда этот ключик. Ну, не откуда он появился, да, что он, точнее, открывает. Неправильно выразился. Возможно, эта сука нас сейчас напугает.
Она может. Так, ага, что-то случилось. Вижу, вижу. Угу. Красный усатый мужчина. Словили глюк. Возможно, это призрак. Возможно, кстати, это именно он лежал на столе в подвале, когда мы смотрели запись. Ну чё, сука, выходи! Ты где? Печь какая, а? Возможно, мы здесь даже кого-то будем сжигать. Так, мне не нравится эта комната красная. Красная комната добру, блядь, не приводит. Попомните мои слова так. Ага, еще нужно разблокировать. Я надеюсь, что... Так, спокойно. Сейчас надо отключить фонарик. Я надеюсь, что те же самые цифры будут. А-а-а! Даже так? А здесь должно быть какое-то слово. Я первое колесико покрутил, я думал, может быть, имя будет Фред, который оставлял записки. Но нет, подождите, а что у нас по запискам было? Давайте посмотрим. Мне нужно покинуть атик и разблокировать одну дверь с помощью ключа. Подождите. Ну, по вот этим фоткам, а что здесь? Здесь больше ничего нет. Какие буквы должны быть? Возможно, мне нужно сейчас сделать фото. Да. Да, ребят. Возможно, даже help будет, нет? Да, блядь, да что с этим управлением, ёб твою мать? Ой, ну освещение это просто пиздец. Кто? Хе-хе? Лехе? Что, блядь, это за буква первая? Какой-то лехе. Ну, давайте попробуем. Лехе, так лехе. Так, оно здесь вообще есть, нет? Да. Лехе. Окей. Все работает, все открывается. Incoming evil loading. Мы оказались в подземелье. Press T to use torch. Ага, с факелом. А у нас что, фонаря нет, что ли? Так у меня есть фонарь. Нахуй мне факел. Ну, в принципе, с факелом, да, как-то поинтересней. Натап, мне нужно найти какой-то клюз в этом подземелье. Найти клюз. Что за клюз? Дверь закрыта. Кто такой клюз? Сука, ты где? Клюз. Опачки, это у нас что тут? Фоточка, да? Опять же, добавлено в инвентарь. Торч ойл. Ага, это мы будем факел заправлять. Ну, разработчик, знаете, так основательно подошел. Что тут все подряд вообще? Фотки. Основательно подошел к освещению. Потому что, ну, в прошлый раз это было, конечно, пиздец. Было очень темно. Опа. Здесь живой человек висит. Я пытаюсь хоть как-то запомнить вообще эту локацию, если можно ее так назвать. Где что находится, куда нам идти. Подождите, что у меня есть? У меня, в принципе, ни хера нового-то и нет. У меня все те же самые вещи.
Взаимодействовать я здесь ни с чем не могу. Очень странно. Ну, я сюда пришел, и что, я здесь только какую-то дверь увидел? Четыре знака какие-то, да? То есть замочной скважины здесь нет, чтобы можно было ключ ставить. Возможно, эта дверь потом сама откроется, когда я что-то сделаю. Ну, допустим. Здесь есть еще одна дверь. Вот здесь нужен ключ. Где мне его взять? Может быть, надо сфотать это? Да нет. Эта дверь тоже не открывается. Там, блядь, пленник болтается. Ну, вот еще какая-то дверь. Тоже нихера. Ну и все, и тупик. А что делать-то надо, игра? Очень-очень как-то все странно. Очень странно и непонятно. Ну, так скажем, первая часть этой игры, она прошлась. И прошлась довольно легко. Ну, и вот я имею в виду, когда мы попали в особняк, находили все эти вещи, открывали. Было несколько скримеров, окей. Игра как-то шла и развивалась. Ну, а здесь-то что? Я вижу здесь единственную дверь, которую можно открыть. Но нам нужен ключ, которого у нас нет. Мы нашли здесь фотографию. Давайте мы сейчас на нее глянем. Вот, мы нашли вот эту фотку. А, подождите-ка. Ну-ка. Я эту фотку-то, блядь, долбоеб, не разглядел, а надо было. Там обозначены как раз-таки вот эти, походу, игрушки, да, чтобы открылась эта дверь. Правильно? Ну-ка. Да, вот видите, если приглядеться, сверху там птица, потом какая-то херня, какой-то корабль, домик. Окей, а где это? Может быть, в самом начале? А с другой стороны, я же здесь везде пробегал и все обсматривал. Я не видел, чтобы здесь где-то можно было что-то двигать. И выйти, да, я отсюда не могу. Интересно, интересно. Возможно, эта колонна находится за вот этой дверью. Но мне ее нужно каким-то хером открыть. Может такое быть, что ключ просто где-то спрятан? Нет, такого быть не может, потому что, ну, я вроде как внимательно все просмотрел. И, да, да, ребят, я знаю, я невнимательный, но на этот раз я старался. Но я действительно не вижу ключа. Здесь фишка в том, что предметы, которые можно подобрать, как вы видели, они подсвечиваются красным. Но здесь нихера не подсвечивается. Я эту дверь тоже не могу открыть. Я думаю, может быть, здесь как-то за этими свечами. Но нет. Ну и здесь я тоже, блядь, не могу пройти. Ну как так? Игра. Вот, и хуйня в том, что я здесь тоже ничего никуда не могу нажать. То есть, ну, какой-то получается, ребята, тупичок.
Пишите свои мысли по этому поводу. Что, куда здесь можно, куда пойти еще, что сделать. Ну, вроде как везде все облазил. Фототь я даже не знаю, что можно сфотать. Ну, давайте сфотаем вот эту дверь. Что-то изменится? Ага. Ну, к тому же, чтобы нам фототь, надо стоять в освещенном месте. Иначе мы нихера не увидим. Да, ничего нет. Ну, собственно, вот такая вот игрушечка, ребят. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!